А закончить сегодняшний выпуск хотелось на позитивной ноте. Все-таки мы вышли в эфир после большого праздника. О своем отношении к женщинам в интервью «Событиям недели» рассказал кинорежиссер, рок-музыкант и эксцентрик от искусства Эмир Кустурица. В канун 8 марта он выступил в Петербурге со своей группой No Smoking Orchestra. По словам Кустурицы, женщины, матери или возлюбленные, вдохновляют мужчин на лучшие поступки в их жизни, в том числе на создание хорошего фильма, книги или музыки, как в случае с самим кинорежиссером. На концерте он исполнил также один из своих хитов – саундтрек к фильму «Жизнь как чудо». Как я люблю шутить, когда моего отца спросили, почему 8 марта считается женским днем, он ответил, потому что все остальные мужские. У Хомского есть хорошее высказывание. Главное, чего добилось человечество за миллионы лет, это права женщин и защита окружающей среды. И если 8 марта является частью этого процесса, то я сегодня здесь, чтобы отметить этот праздник. Очевидно, в честь 8 марта Кустурица устроил шутливый перформанс. Из зала на сцену пригласили дюжину девушек, которых режиссер обучил нехитрому танцу. Я думаю, после таких зажигательных песен и танцев весна в наш город придет гораздо быстрее.